Конкурс открывается гала-концертом членов жюри и звездных вокалистов современности. В сопровождении Сочинского симфонического оркестра выступят народный артист России Сергей Леферкус, он же председатель жюри, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава, заслуженный артист России Бадри Майсурадзе. В этом году этот фестиваль проходит с олимпийскими кольцами, то есть это в рамках культурной олимпиады, которая вот уже четвертый год нам дарит такие замечательные проекты. В программе конкурса имени великой оперной певицы Валерии Барсовой, русского соловья, как ее называли, прозвучит музыка только русских и российских композиторов. Памятные статуэтки, изображающие соловья, разлетятся без преувеличения по всей стране. В этом году в состязании участие принимают вокалисты от Дальнего Востока до Калининграда, включая город Сочи. Русские певцы очень часто не умеют петь русскую музыку. Парадокс. И на этом фоне конкурс имени Валерии Барсовой как раз именно то событие, которое поможет преодолеть вот эти препоны неумения или непонимания очень сложной, очень подчас витиеватой музыкальной линии, которая присутствует в русской музыке.